сотрудничество с голландским фестивалем «Легисху». О нем я расскажу позже, когда мы дойдем до показа фильма. Вот. А сейчас выступит группа «Деркудеж», наш один из главных резидентов нашего лейбла. Они играют, как мы сами определили, называли посттрадиционной музыкой. Конечно, это все условно, как и любые жанровые и журналистские клише. Вот. Но мы называем это посттрадиционной музыкой, потому что ребята находят какое-то свое звучание. И сегодня, можно сказать, будут присутствовать при какой-то премьере даже, потому что это обновленный состав и обновленная программа. Дело в том, что Деркудеж это даже не столько про конкретных людей, это про какую-то идею, про какое-то звучание, в рамках которого мы хотим экспериментировать. Вот, и там, мы надеемся, что это будет такое сообщество, в котором люди приходят, исполняют, потом создают какие-то свои проекты и получают разные коллаборации. Вот, и сейчас вы услышите их видение какой-то обрядовой, эпической, в общем, черкесской музыки разных жанров. И тут очень важна атмосфера для нас, мы очень, вот, можно назвать это перформансом, мы давно хотели сделать выступление так, чтобы звук шел отовсюду, чтобы вы были погружены в звук, наконец-то нам это удалось. Вот, сейчас мы это представим, и для этого, пожалуйста, либо выключите, либо поставьте телефон на беззвучный, потому что это будет сильно отвлекать и ломать атмосферу. Спасибо большое, начинаем с «Деркудеж».